это. А второй интересный момент к вопросу предательства Ельцина. Я разговаривал с одним офицером КГБ, который был переводчиком и знал пушту. Он знал все языки Дари. И он мне рассказывал, ну, за что купил, за то продал, но это похоже на правду. Он мне рассказывал, что он был уже тогда, когда Наджибулла же прятался в миссии Ватикана. Когда уже, после того, как наши отказали в помощи, и Наджибулла рухнул, он прятался в посольстве, в миссии Ватикана. Он мне, ну, я не помню, он или неважно, во всяком случае, в миссии. Он знал, он говорит, я подошел к забору. Наджибулла был там. И обратился к нему. Наджибулла подошел и сказал... Я с советскими дела не имею. Повернулся и ушел. И, значит, спустя 2 дня его вытащили из этой миссии, как известно, повесили на краник. Вопрос, это действительно было предательство. Ну, и я думаю, поэтому, что здесь я сложил свое впечатление. Я думаю, ошибкой был ввод войск. Но я думаю, не меньшей ошибкой было предательство. Вывод войск, мне кажется, это было абсолютно правильное решение. Но то, чего никто не ожидал. Потому что все ожидали, что будет как во Вьетнаме. Американцы ушли из Сайгона, через 2 недели Сайгон рухнул. Здесь советы ушли из Афганистана, но Афганистан держался. Наджибулла довольно успешно воевал. И именно когда ему прекратили все поставки, так сказать, этого бензина, запчастей и прочее, прочее, вот тогда он рухнул. То есть вот где, да? был, где была абсолютная ошибка эта. Но... Я бы хотел вот что еще сказать в пользу... То есть, на мой взгляд, это все-таки была в целом ошибка. И, на мой взгляд, в определенной степени, мне кажется, это была ловушка, в которую попалось советское руководство, которое было довольно умело расставлено американскими спецслужбами. Но перед тем, как ненадолго прерваться... Да, я только одну фразу закончу. Говорить. Но интересно другое. Вот смысл афганской войны, как мне кажется, и ее... Истинный смысл только сегодня становится ясным. Как ни странно, вот эти жертвы были не напрасны, потому что именно сегодня, когда понятно, что Запад непременно уйдет из Афганистана, афганский народ поворачивается лицом к России именно потому, что он помнит этих солдат-офицеров, которые строили больницы, которые, да? сказать, это. И вот в этом смысле, мне кажется, великая миссия этой кампании. Вот в этом смысле, мне кажется, и